Мы на выставке, посвященной 130-летию путешествия цесаревича Николая, большого восточного путешествия, выставка фотографий и рассказа о путешествии цесаревича Николая Александровича на восток в 1890-1891 году. Наш любимый Египет. Выставка расположена в Доме дружбы Ленинградской области по адресу улица Потемкинская, дом 2, это метро Чернышевская, и будет открыта до 3 августа. В рабочие дни вы, наверное, можете ее посетить, а мы с Петром Андреевичем Головниным приглашены здесь сделать небольшое сообщение о нашей экспедиции в Египет по пути цесаревича. Мы снимаем видео об этой выставке. Приветствую наших слушателей, друзей, путешественников. Петр Андреевич Головнин, участник нашей экспедиции. Помощник. Очень рад, соратник. Что посетил эту выставку. Хорошо. Да. Оформленная и важная тема путешествия наследника на восток, в сторону восходящего солнца. И по всем остальным странам. Мы сейчас начнем вот сообщение. Спасибо большое. Да, да.